Добрый день, дорогие земляки. Вот пришел я в спортзал. Сейчас попробуем 2-3 любимых моих упражнения на ноги, на плечи и на пресс. Такой коротенький сейчас вам репортаж сниму. Буду делать короткими роликами. Всем желаю здоровья, мира, добра, всего хорошего. Успехов, побед, улыбок, позитива. Будьте здоровы. Это мое любимое упражнение для ног. Этот вес 19 панелей по 7 килограммов, 133 килограмма. Но это не тяжело, сразу могу сказать. Работает вот эта группа мышц, бедро. Самое сильное, что есть у человека, это ножные мышцы. Вот это вот. 133 килограмма можно до самого посинения, пока у вас что-то может работать. Самые сильные мышцы работают. Вот эти. 63 года, 133 килограмма. Делаем легко. Всем здоровья, всего хорошего. Восемь, девять и семь. Каждый балласт 7 килограммов. Вот такое упражнение будет. Ну, почти как бицепс. Или немножко плечевая работает группа мышц. Дельта. Плечо. Вот типа так. Сели, зафиксировали всем. И поехали. Как-то так. Вес я сказал. 6. Каждый балласт 7 килограммов. 40. 42 килограмма. Вот как-то так. Настоящий спортзал. На этом месте раньше был зеленый наш огромный стадион. В то время, когда был город Чехов. Сейчас переоборудовали вот такой прекрасный спортивный комплекс, где он частично смог первым репортажем показать. И сейчас все тренажеры, которые снял, еще раз покажу. Это упражнение сейчас на 30. Вот на эту часть. Сзади стоит 18 пластин, 18 штук по 7 килограммов, 126 раз, 126 килограммов. Я попробую. Я уже делал, не очень сложно. Легче, чем штанга, и так, когда лежишь, вот так делать. Это полный вес, который там был. Будем тренировать руки, они у нас слабые. Я прибавил вам музыку, чтобы полностью было прекрасно, вам слышно, ну типа так.